Большой праздник для маленьких ивановцев и их родителей. В детском саду номер 26 на улице Шубиных открыта дополнительная группа для самых маленьких. В нее будут зачислены 20 ребят до 3 лет. Открыть группу удалось за счет оптимизации помещений в детском саду. На ремонт средства выделили из городского бюджета. Общая стоимость 830 тысяч рублей. За счет оптимизации мы открываем новую группу. То есть мы освобождаем одно помещение. Оно у нас было под физкультурным залом. Теперь у нас здесь будет располагаться группа для средних деток. А ясельную группу мы сделаем на первом этаже для 2-3 лет. И вот это все за счет оптимизации, за счет ремонта, который мы здесь провели. Все это будет здесь. Спорт, тем не менее, в саду номер 26 не отменяется. Ребята будут заниматься зарядкой на первом этаже. Использовать действующие помещения экономически очень выгодно. Примерно в 8 раз дешевле, чем строить новые. Сейчас у нас неплохой процент охвата. И с 2 месяцев до 7 лет у нас процент охвата 82,5%. Это, в общем-то, хороший процент, хотя всегда есть над чем работать. И всегда есть люди, которые хотели отдать бы ребенка как можно раньше в садик. Поэтому мы будем продолжать над этим работать. Конечно, в основном это уже будут новостройки, возможно, это пристрой к каким-то дошкольным учреждениям. С начала года это уже вторая дошкольная группа, которую открывают представители мэрии. На этот год запланировано существенно продвинуться в решении вопроса с нехваткой мест в детских садах. Большие надежды возлагают на новый садик в микрорайоне Рождественский. Его откроют к новому учебному году. Еще создадут 172 компенсационных места для малышни ясельного возраста. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.